Всем привет! Мы продолжаем играть в игру «Космические инженеры» в режиме выживания. Так вот, сейчас нам нужно просто необходимо найти золото и серебро. Серебро нам нужно для того, чтобы сделать медпункт нормальный. Ну, как говорится, основной медпункт. И золото нам нужно будет в конечном итоге для того, чтобы поставить модули продуктивности. Ну, давайте так. Сейчас пролетимся по локации, попытаемся найти. Сейчас мы отметим все, где мы были. Так будет проще. Вот смотрим, какая у нас тут сетка поиска. Давайте в эту сторону. Не, посмотрим. Давайте вначале посмотрим, в каком у нас состоянии баллоны. Ну, давайте зарядим. Один. Так, все хорошо. Так, освещение выключили, электроэнергию. Ну, вот так с помощью бура будем летать, искать. Ну, в принципе, шанс есть найти золото и серебро. Ну, посмотрим. Ну, после этого, конечно, хотелось бы поставить еще здесь капсулу. Ну, такую так называемую. Наверное, там криокамера, как ее еще только не называют. Ну, посмотрим. Первое, самое основное, это, конечно, поиск золота, серебра. Сразу скажу, я даже не представляю, где они могут находиться. Я тут, как говорится, за кадром не летал. А то обычно, знаете, сюрприз. То есть до этого искали целый час-два, там ничего не нашли, тут на тебе. Случайно. Какая случайность? Прямо вот с первой попытки. Ну так не будет. Мы будем страдать все вместе, я так чувствую. Ну в хорошем смысле этого слова, конечно. Помните, как в этом? У нас начальник, ну такой просто. Ну в хорошем смысле этого слова. Так, ну все, давайте. Надеюсь, я не промахнусь. Вот, вот таким планом. Ну, не знаю, сейчас ждем, конечно, выхода патча кинов. Новый, связанный с разделением автоматики. Ну, посмотрим, что это в конечном итоге даст. Думаю, будет достаточно интересно. Можно будет там попробовать различные системы настройки, задавать уже какие-то координаты, точки, полеты. Ну, то есть создавать вокруг, например, своей базы полет корабля охранения. Ну, например, вот там порхал. Но опять это больше все-таки рассчитано на, я так думаю, на онлайн сервера. На частные как бы сервера это, ну, в смысле, вот если вы запустили свой сервер, то в принципе как бы по большому счету для индивидуальных игроков это не так важно. Ну, посмотрим. Так, ну что у нас тут? Пока засветло. Вот мы уже отлетели от своей базы на 2 километра. Но пока ничего не видим. Да-да-да. Цепляется он тут ногами. Буйная тут растительность, а то, чего нужно, мы не видим. Да, конечно, вот этот поиск связан с тем, что нужно будет найти золото, там серебро. Ну, не знаю. Это занимает какое-то определенное время. Ну, в космосе примерно то же самое будет, но там постараемся как бы сделать детектор руды на большой сетке. И там уже будет чуть попроще там, в отличие от этого отбойника. Будет повеселей намного.
Ну, пока не видим ничего. Эти проплешины, конечно. Ну, посмотрим. Ну, надеюсь, конечно, найдем. Но это уйдет какое-то время. Ну, что делать? Главное, результат. Я помню, тоже тогда в свое время как-то попал в такую дурацкую тоже ситуацию. Искал там, по-моему, серебро. Ну, там просто запарился. Реально. Вот такое тоже бывает, что... Или сразу находишь, или там... Как бы проходит определенное количество времени для того, чтобы это все найти. Ну, рано или поздно, конечно, это все найдется, но... Сам факт. Этих полетов во сне и наяву. Это, конечно... вымораживает, с одной стороны. Может быть, сама вот эта поверхность, растительность, где нужно стремиться, там, где горы. Ну, вот такая вот зависимость непонятная. Не, ну там есть тоже методика, я помню, там уменьшали этот самый, как его звать, разрешение, и там как бы воксели там пробивали. Но это тоже как бы на большого любителя. Опа, железо. Сейчас мы тут отметим. Так, ну вот сколько у нас тут? 29,5. Ну вот назад чуть-чуть. 28. Вот здесь. Так, GPS. Железо 2. Новый, текущий. И у нас там уже сколько? Подожди, что это он тут? А, понял. Красным. Так, все. Угу. Ну, хоть что-то нашли. Хоть что-то, хоть как-то. Мелочь, говорит, а приятно. Так, еще. Это все тоже, по-моему. Нет. Хотя нет, еще одно железо, по-моему. Уж это такая жила. Хотя нет. 36. Вот, 35,9, да? Ну, давайте еще. Железо 3. Так, отлично. Вот золото и серебра мы пока не видим в упор. Ну что, надеюсь, найдем. Рано или поздно. Так, посмотрим, сколько у нас там. Ну, с водородом все хорошо, по-моему. Вот это самое основное, что там не возрождаться на своей базе. Это тоже есть такая методика. То есть улетают, бог знает куда. Потом, ну что делать? Пешком это дойти нереально. Умирают. И потом на своем этом медпункте возрождаются. Тоже, ну, такая спорная как бы методика. Ну, рабочая. Смотрим. Да.
Ну вот я говорю, я тоже помню, вот был такой случай тоже, серебро там это искал, я не знаю, там потратил время, думаю, да что ж такое, ну, наверное, вообще не найду никогда. Но нет, нашлось. В космосе в этом отношении чуть-чуть попроще. Или искать надо, вот искать озеро, на озере там просто большую площадь можно пролететь за короткий промежуток времени. Ну, то есть, как бы получается так, что рано или поздно там наткнешься. Если хорошее попалось вам озеро, то на этом озере, пожалуйста. Так, смотрим, что у нас с баллонами. Еще есть запас. Смело. Смелого пули боится, да? Так, ну что? Ищем, 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 ищем. Ну тут да, тут скорость пролета. Ну, конечно, можно построить какой-нибудь автомобиль или там, не знаю, космический аппарат, но все-таки хотелось бы потратить время для поиска того же золота или серебра уже в космосе. Силы, время там, так будет более, ну, по крайней мере, более логично, так скажем. Потихоньку. Опа, кремний, никель, красота. Кремний уже, я думаю, тут за глаза нам. Магний. Давайте так. Так, обозначим никель. Может, какой у нас? Даже сбил со счету, да? Никель 4 уже. Так, ну магний мы, наверное, не будем фиксировать. Так, кремний, магний, никель. Так, промчимся, может быть, тут что-то интересное будет. Да, чувствую, как бы не пришлось возвращаться, да? Давайте еще магний отметим. Так, вот тут у нас. Так, новые с текущей. Магний. 4. Да. Никель. Кремний, никель. Ну, кремний-то мы уже там нашли, в принципе. Такие просторы тут. Называется «В поисках золота». В принципе, конечно, можно в
принципе, конечно, можно и не тратить время на все это, но хотелось бы, конечно, найти все, сделать, укомплектоваться по полной программе, но посмотрим. Это было бы, ну, со всех сторон оптимально. Ну, что делать? Так. Вот таким планом, да? Поисках. Так, смотрим, сколько у нас. Конечно, вот на большой сетке, если стоит радар, ну, то есть радар, детектор руды, это, конечно, оптимально. Так, ну, еще у нас есть водород. Смело. Неохота тут в темноте рыскать. Все что угодно нашли, но то, что нужно, но никак. Кстати, и льда мы нашли только два. Две жилы. Угу. Тоже очень своеобразно, конечно. Так, это что у нас тут снаружи? Неизвестный сигнал рядом с нами. Так, это что у нас? Кобальт. Ну, что делать? Ну, прямо... Ладно, давайте соберем этот кобальт. Хотя бы чуть-чуть, а то мы тут вообще просто безобразным образом летаем. Бездельники. Кобальт. Не знаю, кобальт. Давайте два будет. Угу. Сейчас соберем, забросим. Забросим к себе очистительный завод, и пусть там перерабатывает. Ну, в принципе. Так, ну давайте так сделаем. Камень. Как-то подобраться надо. Вот. Ну все. Кобальт. Так. Ну прям наружу он вышел. Прямо идеальный вариант со всех сторон. Давайте еще тут облетим и на свой завод бросим все это. На очистительный пусть там перерабатывает. Да, вот такая проблема.
Проблемы из проблем. Хотя, в принципе, можно как бы сильно там не убиваться в поисках всего этого дела. В принципе, кобальт у нас есть, никель есть. Может быть, еще, конечно, железо. И можно будет, я думаю, потихоньку уже подумать, как собирать корабль. Но пока у нас есть желание. Так, ну все, давайте возвращаться уже. Это что у нас тут такое? Кремний. Ну давайте обозначим его. Пора уже на базу. Ну давайте так, к себе. Так, GPS. Да, нам понадобится железо. Так, вот, в 10 километрах. Представляете, мы какой тут облет совершили уже. Даже с ума сойти можно, а? И расстояние тут пройдены. Так, ну давайте потихонечку закинем и потом снова на поиски. Так, кобальт, еще кобальт, да? Так, смотрим. Ну вот где-то здесь, да? 25 и 5. GPS новая из текущей. Не знаю, кобальт 3. Так, смотрим, у нас есть еще все. Никель, кобальт, ну, в принципе, как бы, ладно. Слишком большие, конечно, расстояния, для чего, ну, для чего на такие расстояния, как бы, летать, ну, что делать, видите, хотелось бы найти, но пока найти не можем. Ни золото, ни серебро, но серебро нам точно нужно по зарезу, чтобы сделать нормальный этот самый медблок. Так что вот, по поводу золота тут дело такое спорное. А серебро нам нужно. Как говорится, однозначно. Так, смотрим. Прорывая сквозь кусты. Так, это у нас... кремний. Вот здесь, по-моему, у нас есть, стоит... GPS-точка. Так, давайте закинем. Вот так. Вот так. Ну, еще один пролет, я думаю. Ну, попытаемся. Наверное, может быть, в другую сторону слетаем. Ну, сколько всего уже мы нашли. Результат какой-то странный. Вот так.
Все. Ну, полетели еще. Еще один заход. Еще одна попытка. Так. Магний. Да что ж такое? Мы тут с этим магнием у нас вообще все замечательно. Прям тут под носом у нас. Угу. Так. С какой? Пятый. Да. Вот так. С магнием, говорит, все хорошо. Ну, не знаю, сколько это потребуется времени для того, чтобы хоть что-то найти, но вот будем стараться. Так, ну завод очистителя мы запустили. Пусть он там перерабатывает кобальт. Как бы основное нам пригодится. Опа, что такое? Опять железо. Быстро мы тут его, да? Где он тут? Вот. Так, ну... Железо. Угу. Не знаю, столько у нас. Железо 4. Отлично. Так, по поводу ресурсов. Ну, ресурсов очень много. Не знаю, тут можно что угодно собрать, по большому счету. И поэтому... Опа, что это у нас тут такое? Скользнуло. В железе, поэтому как бы копать камень в таких объемах там диких, это как бы тоже на большого любителя. Так, никель, ну, тоже никель, давайте тоже обозначим его. Никель. У нас уже какой-то уже пятый вариант. Знаете, тут будем облетывать все. Ну вот в поисках серебра и золота, ну не знаю, как это, хоть что бы то, хоть что-нибудь найти, это было бы достаточно оптимально. Или да, побольше баллонов и рвануть в сторону озер. Тут такая долина. Угу. Вот чуть приподнялись. Площадка тут огромная. Ну где-то, конечно, оно есть. Но это на это наткнуться надо еще. Посмотрим, посмотрим. Тогда этот лед тоже случайно нашли, по большому счету. Ну, если так рассуждать. Без эмоций. Обратите внимание, просто его нет и все. Уже вот смотрите, сколько мы там никеля этого нашли. Тот же кобальт нашли. Раньше как-то в этом отношении был больше такой, ну, перекос, так скажем. Кобальт вообще не встречался, сейчас по-другому.
Давайте еще железо это. Железо. Пайф. 5. Да, проблема. Ну, посмотрим, конечно. Ну, сейчас вот облетим, сколько, ну, сколько потратим время. Потом уже начнем потихонечку собирать корабль. Почему нам нужно будет собрать его? Вот, пока он там заполнится этим водородом. Пока третье, пока десятое, пока двадцатое. Там, ну, может, к этому моменту мы... Хотя серебро нам нужно вот по зарезу. Почему? Потому что прежде чем собирать корабль, нужно будет установить на нем... медблок хотя бы такой начального уровня. А для того, чтобы изготовить медкомпоненты, нужно серебро. А что ж такое, никель? Все, что хотите, кроме того, что нужно. Ну, давайте так, никель, магний, никель. Красота. Тут уже с этим делом все хорошо. Давайте в эту сторону. Кремний. Да. Магний, кремний, никель. Тут просто какие-то залежи. Так. Дальше. Ну, серебро нам точно нужно будет. Потому что как бы тут без серебра-то грустно. Нам нужны будут медкомпоненты. Из этих медкомпонентов, ну, собирается медблок. Без медблока лететь в космос — это, конечно, сильно. То есть разбились, погибли. Где возрождаться будете? Опять на базе? Ну, как бы так это. Постольку поскольку. Ну, или надеяться на чудо. Что вот, где-то вы найдете, поставите базу и не помрете, так скажем. Давайте здесь облетим со всех сторон площадку. Пешком бегать тут вообще устанешь. Так. Ну да. Ну да, большая, конечно, сетка. На большой сетке в этом отношении повеселей. Ну, что делать? Я имею в виду поиск. Вот таким планом. Да. Ладно, давайте так. Сейчас еще пролетимся чуть-чуть. И все. Копаем железо. И летим. Попытаемся начать собирать этот самый корабль. Потом уже следующий поиск будет, естественно. Уже будет соответствующим образом искать этот серебро, там, не знаю, там, золото, если найдем.
Потому что, ну вот видите сами, это не так-то просто, как оказалось. Вот так. Вот такие вот пироги. Ух ты как. Вот. Один удар и все, привет. И еще бы на медблоке бы. Пришлось вставать. Вот так и в космосе. Один удар и все, и куда вам? Куда вам деваться? Так, ну что, давайте подлетаем к этому железу. Ну, потом восстановим. Здоровье. Ну, говорю, в темноте тут летать, это, конечно, самое-самое-самое то. Как прям душевно так. Ну давайте. Все, поехали. Сейчас быстро. Ну сколько тут? Метров. Ну это займет время, конечно. Да. Куда-то мы в сторону ушли. Вот. Вот, по-моему, то, что нужно. Кромешной темноте. Так, ну давайте так, соберем тогда ну без медблока корабль уже. Будем думать. Так, ну все, в принципе, достаточно, да? О, как мы тут извилисто. Так, где наша база? Вот база на Земле. Ну смотрите, предлагаю собрать вначале хотя бы основание, там поставить эти баллоны с водородом. Вот, и поставить заполнение. Я думаю, это будет достаточно неплохо для начала. Ну, пусть заполняются, пусть. Эти баллоны с водородом. Ну, через генератор кислорода-водорода. Ну, сейчас, увидите. Строим кое-что. Так, ну, здоровье надо, конечно, восстановить. Ну, тут еще переработка идет. Так, кобальт, давайте на задний план. Самый долгий. Так. Становим здоровье. Вот, ну где будем строить? Ну, наверное, где-то здесь, да? Так, так, так. На уголочке. Так,
что нам нужно для этого? Стальные пластины. Так, моторы, если бы ты брал. Так. Еще. Ну да. Так, смотрите. Конечно, мы такую ставить большую не будем. Так, у нас есть возможность переключиться чуть меньше. Что такое? Так, выровняем чуть-чуть. Что-то делать. Ну, примерно где-то так. Что ты? Вот так, да? Нет, не то. А нет, хотя, смотрите. Все, прицепилось. Так, отлично. Так. Так. Ну, что делать? Будем сейчас собирать. Так, чтобы не зацепилось за верхнюю часть. Ну, примерно где-то тоже так. Давайте еще повыше чуть-чуть. И в сторону. Такая красота. Такой карбонистый. Так, теперь переключаем сюда. Давайте в третью зайдем. Так. Угу. Кабина. Вот из-за кабины. Все тут. Прогресс у нас разрушился. Так, давайте кокпит. Вот такой. Возьмем такой кокпит. Так. Генератор. Генератор. Потом что еще? Водородный бак. Вот. Ну, нам нужен будет водородный бак. Таких поставим два. Это два будет. Отлично. Так. Что нам нужно для этого? Стальная пластина. Так. Труба. Угу. Можно, конечно, вот пойти по простому пути. Сейчас, секундочку. Ой-ой-ой. Вот это. Зарядимся. Просто, ну да. Все забираем, все забираем. Так, заказываем. Ну, потом, если что, разберем. Вот так. Нам, как говорится, не жалко. Такой карбонистый тут получается. Так. Так, малая труба и большая труба, да? Сюда. Ну и малую трубу. Так, посмотрим.
Вот, замечательно. Ну, двух баллонов, я думаю, для того, чтобы вылететь, взлететь, думаю, достаточно. Так, что еще? Вот. Тут вот такой недостаток, да? Угу. Ладно. Ну, потом мы это, конечно, распилим. Все, ну, посмотрим, знаете, что мы сделаем. Так, мы сделаем такую интересную штуку, как... Так, кабину поставим. 4. Так, что у нас там? Мотор, стальная пластина. Еще бронированное стекло. Ничего себе. Это да. Так, производство. Бронированное стекло. Ладно, хорошо. Так, ну можно, конечно, контейнер малый воткнуть. Ну потом, так, здесь у нас он восьмерка. Нет, нет, не тот, не малый, а средний, точно. Так, нам средний нужен. Средний контейнер. Давайте вот так. Вот так. Так, средний контейнер. Пусть будет так. Экраны. Вот, вот так примерно. Потом кабину. Четверка. Вот, для взлета она, в принципе, нам не нужна, чтобы она была таком, ну, как бы. Вот так примерно. И бронированное стекло. Все отлично. И знаете, что мы здесь должны еще поставить как минимум? Так, знаете, что мы должны поставить парочку солнечных батарей. Такие дохленькие поставим. Вот сюда, прям на баке. Наглую. Да. Вот один вариант. Что делать? Кому сейчас легко? Ну-ка. Вот так примерно. И второй. Вторую солнечную. Так, солнечная. Балки и солнечная ячейка. Так, балок у нас нет. Закажем. И вот так и думаю. Будет своеобразный варианту. Ну, правда, они не нагружены солнцем, но что делать? Это потом на будущее. Когда мы вырвемся, вылетим. Так, ну давайте поставим
Батарею. Так, так, так. И батарейку сюда. И все, и загрузим. Загрузим мы. Сейчас остальные пластинки возьмем. Что у нас тут? Аккумуляторы. Нет, это у нас вот такая будет тема. Ну, примерно где-то так. Горб. Строительные компоненты. И все, у нас будет батарея. Смотрите, хитрость заключается в чем? Что мы сейчас поставим еще генератор. Так. Вот так. Парочку труб больших. 74 штуки. Глаза. Все, можно загружать уже лед. Все, давайте сбрасываем. Так. Давайте так будем. Вот это количество. И посмотрим. Все должно уже начать. Давайте. Все. Заходим в корабль. Настройки. Панель. Ух ты, малая структура. Молодцы. Ну так, пусть будет космический корабль. Грозно так. Так. Панель управления. Угу. Солнечная батарея. Батарея, генератор. Потом нужно будет еще сюда поставить водородный бак. Маяк. Ну, смотрите, все. Вот обратите внимание. Все, пошло заполнение. Ну, давайте пока, да. Пока сделаем тогда. Может быть, небольшой перерыв, в чем, что мы как бы уже начали потихонечку заполнять, но потом мы кое-что тут переделаем. Ну, посмотрим. В принципе, нам нужно будет еще поставить сюда маяк, потом поставить двигателя. Вот. Одним словом, как бы все хорошо. Вот, вот такой корабль своеобразный. Ну, пока он не выглядит, конечно, как корабль. Но эта штука, я надеюсь, полетит. Ну все, давайте. Всем пока-пока.